Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. Сегодня хочу поделиться чудесным рецептом томленые говяжьи ребрышки вот в такой медленной варке. Это медленная варка, друзья, фирмы Murphy Richards, старейший британский бренд бытовой техники, который очень тщательно относится к качеству своей продукции и традициях. Так 90% семей в Англии имеют у себя дома хотя бы вот такой один продукт. Иногда, друзья, это работающие вещи, переданные из поколения в поколение. Еда, приготовленная в медленноварке, получается максимально полезна. Это происходит благодаря тому, что она будет не жариться и даже не вариться. Благодаря тому, что в этой крышке нет отверстия, и она плотно прилегает к медленноварке, еда в ней получается намного вкуснее, чем в мультиварках. Сейчас приготовим, попробуем и поделюсь с вами вкусовыми эмоциями. Погнали! В первую очередь понадобятся 3-4 спелых томата. Это, как говорится, будет подушка, которую я буду укладывать на дно. Прям вот так полукольцами. Лук. Пол луковицы вполне будет достаточно. Лук. И отправляем, кладем мясо. Прям вот так. Также, друзья, сверху кладу помидоры. Именно помидоры дадут необходимый сок, в котором будет томиться. Так, совсем немного имбиря. Вот столько, я думаю, будет достаточно. И 2 зубчика чеснока. Прям вот так их разложим по краям. И чеснок. 1 лайм. Соль. Ну, соль кладем по вкусу. И жидкий дым. Накрываю все крышкой, друзья. Включаем, друзья, сперва на жесткий режим и даем разогреться. После этого, как нагреется, это минут через 20, будем переставлять на средний. И таким методом будем томить ее часов 6 смело. Посмотрите, друзья, какая красота! Вот что значит медленная варка, друзья, давайте пробовать. Так, даже не знаю. В корпусе на протяжении всего процесса поддерживается температура от 70 до 140 градусов. В таком режиме еда тушится, сохраняя все полезные свойства и вкусовые качества. Так в низкотемпературном режиме готовила русская печь.
Нагреешь, и она часами медленно отдавала тепло, словно обволакивая умеренным жаром продукты и создавая эффект томления. Просто нежнейшее. Ах, горячо. Зелень, лучок. Немножечко пусть придаст тоже аромата. Фух, запах, аромат. Друзья, прежде чем попробовать, по традиции, пожелаю вам в первую очередь крепкого здоровья, благополучия. Каждый из вас, выходя из дома, идет на какие-то, так скажем, как в старые добрые времена, подвиги, чтобы добиться какого-то успеха, принести какую-то добычу домой. От всей души хочу пожелать, чтобы куда бы ваша дорога и путь ни лежал, чтобы всегда приводил вас назад домой крепкими, здоровыми, счастливыми и достигшими всех целей. За вас, друзья! Пробуем. Так как горячо, буду пробовать вилкой. Его даже резать не надо. Он просто разлетается. Смотрите. Тут и нож не нужен. Горячо. Вилка аж прокручивается, друзья, смотрите. Ах, друзья, все-таки Мёрфи Ричардс. Великолепная бытовая техника. Если понравилось, обязательно приобретайте. Ссылка будет прямо под этим видео. Ну а я на этой красивой ноте, конечно же, с вами не прощаюсь. Мы продолжим наш вечер. Большое спасибо, что вы были со мной. Всем пока-пока.